Компания Interpipe, как вы знаете, это компания очень беговая. В нашем комьюнити более 300 бегунов. Это люди, которые постоянно занимаются спортом, постоянно бегают. Осенью традиционно все бегуны начинают засыпать. Начинает становиться холодно, выходить на улицу неудобно, неприятно. И начинается провал в тренировках. Поэтому мы решили накануне в Interpipe Tech Fest организовать такую Tech Fest Space Run. По сути, мы проводим тренировку в аэрокосмическом центре на фоне ракет. Мы будем бегать по космическому плацу. То есть мы соединили два хороших события – Tech Fest, бег. И объединили, по сути, горожан, наших сотрудников и проведем прекрасную, классную фановую тренировку. Простой, самый естественный вид активности для человека, и по сути никакой особенной экипировки, кроме кроссовок, человеку не нужно. То есть оделся, обулся, вышел и беги, пожалуйста. Отлично. Как бы есть свои моменты, у кого какие, ну, всегда тренировка, она тренирует. Есть слабые стороны, есть сильные стороны. Ну, в свое время занималась профессионально гандболом, сейчас продолжаю, как бы, и выступаю за ветеранскую команду. На данный момент еду в составе сборной Харьковской области представлять сборную Украины на чемпионат Европы в Литву. С папой. А папа что это делает? Бегает он там. Почему ты не бегаешь с папой? Не знаю. Спорт достаточно важно для того, чтобы не стать, знаете, каким, толстым. Нет, когда начинаешь бегать, это очень сложно. Когда заканчиваешь бегать, с отвлечением говоришь, это было так легко.